Раз уж такой случай, нужно круто себя показать. Повредила ногу. Ты как? Как же больно-то! Как я, по-твоему, выгляжу? Нет, нужно сохранять спокойствие. Я должна выглядеть круто. О чем ты? Ну, мне показалось, что твоя нога сейчас хрустнула. Я тут изо всех сил из себя крутую строю. Он что, вообще ничего не понимает? Кретин, что ли? Я тут помираю. Да. Черт, я прохрипела. Террористы. Террористы? Да, если я не буду стоять на часах, то некие террористы. Нужно быстро придумать какую-нибудь чушь. На самом деле, мне необходимо. Да что я несу? Но он вроде бы клюнул. Сейчас я веду нетрадиционную войну. Вот повезло, что он такой дубина. Тебе нельзя сюда приходить. Обычные люди не должны вмешиваться. Блин, как же больно! Ай-ай-ай! Аж до костей пробирает! Наверное, сломала что-то!